Всем привет! В сегодняшнем видео будем делать вот такие бомбонерки. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Борщ заказывала с Алиэкспресс. Семечка тоже с Алиэкспресс. И вот такие кулечки. Кулечки я покупала у нас в магазине все для дома, в отделе, где одноразовая посуда для фуршета. Такие кулечки. Это очень-очень тонкая фанера. Туда кладется какие-то десерты для фуршета. Вот такие бомбонерочки у меня получились. Можете туда класть конфеты в виде чупа-чупса или закрепить на шпажке. Повторюсь, девочки, не обязательно съесть конфеты из бомбонерок. Это как сувенир. Вот. Я надеюсь, такая идея вам пригодится. Всем спасибо и всем пока.